Арина клеит рыбку, берет. Давай. Вот так вот мы с тобой будем рисовать. Делят на двоих Арина и Тимофей не только любимую маму, но и непростой диагноз. Оба в первые месяцы жизни развивались, как все обычные малыши, до тех пор, пока вдруг не появились частые и болезненные судороги. Сначала мы перестали поворачиваться, перестали держать голову. Где-то в 9 месяцев мы потеряли слух на фоне судорог. Году мы уже просто лежали, то есть мы перестали вообще двигаться. Несколько лет потребовалось специалистам, чтобы найти причину и купировать приступы. И Тимофей, и Арина по-настоящему уникальны. Они единственные не только в регионе, но и в России дети с гипомагнемией – редчайшим генетическим заболеванием. Наследственно обусловленное снижение количества магния в крови. Из первых месяцев жизни начинаются генерализованные судороги. Нарушается мышечный тонус, формируется синдром детского церебрального паралича. Если мы не будем лечить это заболевание, то прогноз крайне неблагоприятный. Для того, чтобы купировать эпилептические приступы, Арина и Тима каждый день должны получать около 1 грамма чистого магния. Найти его в продаже не так уж и просто. Обычные БАДы содержат слишком низкую концентрацию микроэлемента. Если только у них снизится концентрация магния уровня в крови, у нас возобновятся все судороги, приступы и произойдут откаты в развитии. То есть мы можем потерять снова слух, можем утратить двигательные навыки, ну и, соответственно, речевые и все остальное. Над восстановлением навыков сейчас работает целая команда специалистов. Купировать приступы у Тимофея удалось лишь 4 года, а у Арины в 2. За это время ребята несколько раз после сильных приступов судорог начинали жить заново. Говорить и понимать обращенную речь, а также обслуживать себя самостоятельно дети учатся и сегодня. Бегать, прыгать она не умела. Сейчас за это время она научилась, мы вам показали, прыгает, да, только не может единственное на одной ноге. Прыгать она прыгает, она бегает, она улучшила качество походки своей, она интегрирована в общество. Он невнимателен, раскоординирован, при походке не поднимает ноги. Вот. И решение нашей проблемы – это понимание внимания, это улучшение координации движения. Ну, общее физическое состояние ребенка, улучшение. Тимофей уже 2 года изучает школьную программу на дому, а Арина готовится пойти в сентябре в 1 класс. Однако для того, чтобы не потерять приобретенные навыки и иметь возможность развивать новые, ребята нуждаются в дорогостоящем лекарственном препарате – чистом магнии. На 6-месячный курс необходимо собрать 32 тысячи рублей. Помочь Арине и Тиме на пути в здоровое детство сегодня может каждый. Отправляй смс-сообщение со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта 3W, www.helpdefeatchildren.net, вы жертвуете свои средства на помощь Лебедевым и другим героям проекта «Ты ему нужен». Вместе мы можем больше. Сегодня именно ты нужен Арине и Тимофею Лебедевым.